то ли собирают, то ли разбирают. Дворники хорошие внутри такие. Все, дрестанули уже. У нас даже петрушка с георгиевскими ленточками, по-моему. Что такое? Что случилось? Скорая помощь. События в городе, конечно, вынуждают сказать слава богу, это всего лишь скорая помощь. Мы хотим, чтобы Россия была леди бандитов. Бежала тетя, не знаю, куда-то сказала. Наверное, мне даже. Так, все уже заканчивается. Аккумулятор у меня сдыхает. Я так и не пойму, кто с той стороны. Майдановцы или антимайдановцы. Повязки есть, повязки красные. Ну, наверное, все-таки майдановцы. Дуализм, двувластие. А с той стороны майдановцы стоят, да? Возле этой самой, возле... Еще не видно. Там повязки что же какие-то. Щиты вижу, да, Майдан. Знаешь, почудилось. Я полчаса назад думал там с георгиевскими... С этими... Не с георгиевскими, с гвардейскими лентами стояли. Ладно, поехал я по домам. Аккумулятор сдох. Конечно, еще раз говорю, очень сомневаюсь, что будет кто-то кого-то атаковать. Там без внешних стимулов, таких как Гернис, Добкин. Это не нужно вообще никому. Народ найдет, как жить вместе. С теми или иными идеями. Харьков, 23 февраля, 2014 год.